И предпоследняя новость на сегодня. На Волыни суд оштрафовал мужчину на 1700 гривен за то, что тот проник в чужой дом и поспал там 30 минут. Подсудимый заявил, что просто хотел отдохнуть. Замечательная новость. Такое впечатление, что хочется спросить, кто это из нас? Кто это из нас, кто хочет просто поспать? И культурным новостям напоминаю, 16 декабря 2021 года, 658 выпуск. Мы в онлайне, ссылки друг другу вы передаете. В интернетах нас на ютубах нету, поэтому смотрите так, как есть сейчас. Продолжаем наше утреннее шоу, точнее мы уже заканчиваем. И последняя новость, которую хотелось обсудить, новости культуры. Это десерт такой. Очень круто, я не знаю, как вы к этому отнесетесь. Опубликован тизер украинского драматичного фильма «Мій юний принц», проект якого переміг на пітчингу. Пітчингу, я не знаю, що таке пітчингу. Держкіно та отримав держпідтримку у розмірі 20 мільйонів гривень. Загальний бюджет картини 25 мільйонів гривень. Вот кусочок із цього фільму. Там, де царство твоє. І прости мені провини мої. Як і я прощаю винуватцям нашим. Не уведи мене у спокусу, але визволи від лукавого. Бо я твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Вот вы посмотрели этот короткий ролик. У центра сюжета я немножко перескажу. У центра сюжета «Мого юного принца» 17-річний підліток Поль. Почему Поль? Чому Поль? Який живе зі своєю матір'ю Софією в багатому будинку і ні в чому себе не обмежує в плані дорослих звичок. Пізніше у їхньому житті з'являються двоє чоловіків, батька і син. У батька Марка. Зав'язуються стосунки з матір'ю Поля, у сина Антуана з Полем. Вот такі от новості, вот такий сюжет. Режисер фільму Хачатур Василян. Вот такий фільм, вот такий тизер, вот такой, вот 20 мільйонів, які люди отримали із бюджету. І ми хочемо це обсудити. І у нас є на лінії дзвінок. Алло, ми вас слухаємо. Здравствуйте, представтесь, откуда ви? Записал. Вот у нас есть звоночек, телефоны. Здравствуйте. Вы посмотрели, мы все вместе посмотрели этот тизер. И что вы думаете по этому поводу? Представьтесь, откуда вы. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Коля зовут. Я с Харькова. Слушайте, я вообще... Такие деньги за... Я извиняюсь, это за что? За вот эту голубизну или вот...
Вы что, там совсем, как говорится, уже кукухой поехали? Нет, ну давайте так, мы пробуем как бы, ну, культурно расти, что ли, или толерантность себе развивать, европейскую толерантность. Ни хрена себе, ни хрена себе, наши деды воевали за вот это вот гомно, чтобы мы выделяли вот это на такое кино. Совсем уже там, что я же говорю, уже... Простите, Николай, а вы где работаете, в какой сфере? Я работаю в ЖЭКе, Салтовский район, города Харьков. Салтовка, любимая Салтовка наша. Да, ваша любимая, но вы знаете, это не важно, где я работаю, где я живу, понимаете, я вырос в традиционной семье, у нас, слава богу, было хорошее образование, спасибо родителям, спасибо школе, но извините, вот такое, чтобы смотрели мои дети, да еще на это деньги выделять с бюджета, вы меня простите, это уже, по-моему, за НАТО. Ну, а как же развивать это вот тему эту европейскую? Есть нормальные темы, понимаете? Ну что, нечего снимать уже в нашей стране, елки-палки. Но это же любовь, это чувство, они не подвластны там полу, женскому, мужскому. Мужик мужика, ты меня извини, брат, но это чересчур уже, ну куда такое годится? Ты чё? Ну, я просто, спрашиваю. Пожалуйста, знаешь, снимайте там дома, хоть, как говорится, хоть там стаями собирайтесь. Меня оно все равно. Я главное, чтобы вот это не видел, вот этой всей грязи, понимаешь? Делайте там, что хотите. Но не надо вот это показывать, на это деньги выделять, показывать это моим детям, внукам. Нахрена это надо? А вот если... так скажем, 20 миллионов вас смущает, 20 миллионов гривен, которые мы выделили на этот фильм? Так а я зато и говорю, какого хрена мои деньги выделяют на вот это вот. Вот я зато и говорю, понимаешь? Ну там красиво, вы видели, бассейн. Я посмотрел, теперь вот это все снится будет, эта херня, понимаешь? Нахрена оно мне надо, а? Ну, я вот честно позвонил только, чтобы вот это выразить, вот это свое недовольство. Я вот категорически против, не знаю. Вы вот, пожалуйста, такой даже вот эту херню вот эту вот снимите вот это с экрана. Господи, ну нахера такое показывать? Ну, мать. Если в конце вашей... Ладно, давай, все. Хорошо, спасибо вам за звоночек. И мы заканчиваем на такой вот, я не знаю, оптимистичной ноте. Люди в конце концов реагируют. Это самое важное, что люди реагируют и не остаются без. Забыл какое слово. Остаются. Все, устал. Давайте, пока, до завтра. Evansuu oli vehnäsellä, ko immeset onne toivotti. Pää oli märkänä jokaisella ja viulu se vinkuja voivotti. Ei tätä flikkaa kainoo saittaa, silloin kun lasko laijasta laitaa. Salivili hipput, tupput, täpput, jäppät, tipput. Hiljalleen Ievan äitissä kammarissa virsiä viisata huijutti. Kun tämä poika naapurissa ämmän tyttöön ujutti. Eikä tätä poikoa ämmät haittaa, silloin kun lasko laijasta laitaa. Salivili hipput. Minä sanoin Ievalle, mitäpä se haittaa, kun laskema vielä hilaijasta laitaan. Sari, yli, hippu, tuppu,
mutta teatteri tippot hiljalleen. Morkaisuus, kärsuus, en rytkäisuus, kolmas, korreluus, korreluus, ja metsinä lukius, kolmas, ja äitini reppi, saa taksa, livini, uppi, laivini, aikansa, livini, pytsä, livini, pytsä, livini, pytsä, hiljalleen. Sen minä sanoin, jota purra pitää, ei mua niin voi nielasta. Suot mennä itä vaikka lännestä, itä vaan minä en luovu Ievasta. Sillä ei tätä flikkoa kainon saittaa, silloin kun laskoo laijasta, laitaan sä livini, hipput, tupput, täppu, täppu, tipput, hiljalleen. Sait tämmösen esi